Всем привет! Всем привет! Это второй летсплей по 100 к 1. Вы почему-то хорошо отреагировали по лайкам, по комментариям. Вы сказали, да, отлично! Мы хотим вас дальше. Мы хотим вас дальше видеть, смотреть, слушать. Подсказка, заработать очки, получать новый уровень. Спасибо, подсказка просто супер. Мы начинаем. Блин, я все думаю, что Коперник найден. О, Армен! Это, во-первых, шестой уровень. Кому нужна непромокаемая одежда? Водолаз. Водолаз хорошо. Водолаз. Угу, да. Водолаз. Стоп, кому еще? Давай думать. Так, непромокаемая одежда. Дождевик. Знаешь, рыбак, давай рыбаку. Да, все-таки. Рыбак хорошо. Рыбак. Фэри Тейл, вот это наша тема. Да. Ты как думаешь, Армен? Он кошка. Кошка. Непромокаемая одежда кошки. Армен. Может быть, одежда из кошки? Подожди, рыбак у нас давай, был, рыбак, да? Рыбак. Рыбак у нас уже где-то был. О, мы по верхам идем. Ну, что такое? Собаки. Слоны. Подожди, непромокаемая одежда. Вот знаешь, типа дворник, ну вот что такое, нет? Ну, который под дождем должен работать. Там рабочий. Нет, пожарным он... Непрожигаемая. Сотрудник водоканала. Водоканала. Водок, так сказать, да. Ну, давай. Давай. Давай дворник. Ну давай рабочему, вот хорошо, так скажем. Хорошо, хорошо. Рабочему, потому что... Более общо. Ох, нет, общо ему, значит, подошел. Нужна промокаемая, наоборот. Хорошо, кто еще бывает? Ну, я говорю, я сказала дворник. Ну, кто еще в воде барахтается? То есть дворник в воде барахтается? Нет, ну, от дождя кого можно защитить? Грибник, знаешь, вот они в таких... Давай посмотрим. Ну, сейчас интересно. Пожарный, спасатель. Дворник, грибник. Я по низам пошла. Так потому что у тебя, конечно, 6500 очков. Ты уже тут все ответы знаешь, все вопросы. Конечно. Двойная игра. Армен первый ходит. Что бывает на ушах, Серёж? Лапша. Ну. Ну, давай сразу. Ну, давай с поверхам. Потом твои изысканные ответы это банально. Оставим, наконец. Сейчас Армен такой. Лапша. Кстати, наушники. Армен. Про свое больное, да. Что, давай еще. Лапша. Ну, Макс. Ну, что? Нет, хорошо, я тебя слушаю, но... Ну, ладно, я тебя слушаю. Ты должна знать. Так я-то как раз не должна знать. Могла догадываться. Грязь, волосы, Армен, ну ё-моё. Что бывает на ушах? Серёжки, эклипсы, это Армен тоже. Давай наушники. Ну, конечно, это в ушах, но... И серёжки в ушах. Хотя они и... И волосы в ушах. Ну, хотя да, слушай. Ну, вот, фу. Наушники, хорошо. Так, что еще бывает? Что бывает на ушах? Ну, неважно, в ушах. Шапка, повязка такая, ну, которая, знаешь, такая... Бандана. Ну, типа того. Ну, это не... Это не назовут... Очки на ушах нет, очки на ушах нет. А, он, кстати, еще ни одного не поиграл. Так, то есть мы долго сейчас все. Веснушки на ушах. Давай. Давай, этот сам. Шапка. Ну хорошо. Ну, потому что у меня нет больше вариантов. Хорошо. Может, какой-нибудь. Подожди, сейчас секундочку. Пирсинг от Сережки. Ну, прыщи. Армен, ну ё-моё. Это какая-то, мне кажется, психологическая игра. На ушах, на ушах. Ребята, кожа. Подсказывай. Кожа на ушах. Морщины. Не морщинистые уши. У нас 7 секунд. Давай еще любое. Пирсинг. Ну, одно и то же не важно. Одно и то же. Не важно. Вот именно. Но сейчас ответ... Все равно мы должны выиграть. Сейчас выиграет. А у нас больше будет. А почему, кстати? А, это уже второй вопрос. Да, да, я тоже думал, что как так же всего 100. Ну, ну. Ну что же он не отвечает? Что там теперь? Фурункулы? Да, сейчас я не удивлюсь. Слуховой аппарат на ушах. Не, ну он молодец. Ну, креативщик. Креативщик грязнули. Прыщавый? Родинка. Ну, две родинки. Один только человек родинка. Смотри, у нас 258. Надо, надо. Либо вообще не отвечать. Либо знать непопулярный. Либо знать непопулярный. Что? В руках у... Сотрудника ДПС. Жезл, понятно. Понятно, да. Документы. Там техпаспорт всякий. Может быть, фуражка. Напиши фуражка. Это точно не один из ответов, правильно.
Кто чемпион? Ну, ты молодец. Попахивает рекордом игры. Да, ну ты классный, мне понравилось. О, деньги. Ну, это все нам? Да. Жезл, свисток, радар. Да. Ну, кстати, документы. Документы фуражку. Ты прям молодец. Ну, я-то знаю. Смотри. 600 у нас очков, 650 будет. Это же здорово, пятый уровень. Так, а сколько у нас очков-то в итоге? У нас... А? 1300, я не понимаю, как это происходит. Я тоже не понимаю, как считается. 1300 очков. Давай, быстрее. Так смотри, я сразу уже на третьем месте. Я сейчас тебя скоро обгоню с такими-то результатами. Ну, ничего страшного. Она переживает, конечно. Подсказка. А что это вопрос? Угадывайте популярный ответ. Блин, вот такие подсказки. Просто я как без них жил. Коперник найден. Это шутка не крайняя. Смотри, у нас гость с нами играет. На обезьянку похоже. Знаешь, такая, только был мультик, да, где куча обезьянок. Да, да, да. Какой овощ сад? Какой овощ добавляет в салат? Помидоры. Ну, огурцы, скорее всего, например. Ну, вот. Почему? Кстати, помидоры чаще. Огурец. Ну, потому что, например, я могу съесть салат из просто огурца, а салат из просто помидора я не буду есть. Или наоборот. Пишите, какой салат из просто... Не пишите уже ничего, я ошибся, поэтому я буду вас наказывать не писанием. Сейчас добавляют салат. Салат. Ну, я бы тоже так хотела. Нет, это не редиска. Я тоже думала редиска. Овощ, быстрее. Так салат, ну это овощ, трава. Салат. Фу. Так, овощ. Ну, редиска, я бы тоже сказала, что редиска. Перец, лук. Перец болгарский. Перец, лук. Ненавижу болгарский перец. Обожаю лук и болгарский перец. Лук, может быть, а вот болгарский перец точно добавляю этого. Давай. Лук. Перец пиши. Перец. Если нет, то это очень глупо. Это очень глупо. Редиска. Сейчас мы проиграем, я чувствую. Ну, ничего страшного. У нас уже и так меньше. Ну, мы все сейчас в общем. Зато мы 1300 в прошлой игре заработали. Пам-пам-пам, пара-пам. Давай, гость. Завязывай. Какие давай еще бывают? Капуста. Да. Давай редиска и выиграем. Морковка и редиска. Давай морковь. Потому что редиска навряд ли. Давай, пускай мы выиграем. Ей! Ну, это не значит, что мы выиграем. Ох, козёв какой. Гость, ну ничего, смотри. Ну, вопрос легкий. Ну, такой. 100 очков, ну ничего, сейчас у нас будет 200. Сейчас все выиграем. Сочиняй мечты. Миллионы шансов. Какой суперспособности вы бы хотели? Телефон обладать. Звонит. Не время. Давай, выключай. Так. Вырубай. Быть невидимкой. Так, давай, пиши там что-нибудь. Проходить сквозь стены. Так, хорошо. Да как нет-то? Нет? А что он написал? Быть невидимкой. Быть невидимкой? Видеть сквозь одежду. А, какой суперспособности вы бы хотели обладать? Видеть сквозь одежду. Да. Ну, хорошо, это очень весело, нужно быстрее ответить. Так давай, пиши. Да это неправильно. Мы в третьем туре его выиграем, если что. Давай, пиши, осталось 8 секунд. Чего видеть? Сквозь одежду. Вот, отлично. Паутина из рук? Нет? Трансгрессировать. Да. Ну, уж лучше, чем видеть сквозь одежду. Почему? Ну, увидишь вдруг что-нибудь такое совсем неприятное. Страшное. Нечего смотреть было. Паук. Подожди. Ну, я напишу. Давай. Это, скорее всего, не будет, но... Конечно, скорее всего, не будет. Главное, что он мало заработал. Что-то у нас сейчас не пошло. Читать мысли. Кстати, магии, силы, телекинез. Какие-то странные. Хотя летать мы могли бы отгадать, конечно. Но это не такая суперспособность. Просто способность. Нужно научиться. Самое сейчас крутое будет. Давай. Так вежливо называют полную женщину, чтобы не обидеть. Плотно сбитая. Помпушка. Помпушка, хорошо. Хотя это самое такое. А, ну он. А, пышечка. Давай, нам нужно... Помпушка. Это на втором месте, скорее всего. Давай, ладно, у нас нет больше вариантов. На третьем. Ничего не хватило. Ну да, ничего не хватило. Пухленькая булочка, аппетитная. Булочка, точно, булка. Булочка бы нам нас спасла. Аппетитная, блин.
украли гостю. Ну, потому что давай все дальше. Дальше? Сколько у нас там времени-то? Следующая игра. Хотя у нас 10 минут. Давай еще одну успеем. Давай, сейчас по-быстрому надо постараться. Давай, мы сейчас его... Начинаем сейчас по Шурику. Ты чуть плохо нажал. Все, все, хватит. О, Элина. А что сделать девушка, обнаружив на чулке дырку? Выкинет. Снимет чулок. Как это самое? Вот вы лаком заклеиваете. Да, ну я не знаю, как это назвать. Выбрасывает. Mm-hmm. Ну, заклеит лаком. Заклеит, просто заклеит, хорошо. Заклеит. О, 4 человека. Прям даже так. Переоденет. Переоденет, хорошо. Купит новые. Конечно. Все-таки женские вопросы не понимаю. Пускай она ответит неверно, а мы ответим верно. Да, было бы хорошо. Угу. Зашью. Чулки? Угу. Чем? Капроном? Ладно. Купит. Купит новые. Ну, купит, в общем, они поймут. Значит, выбросит было. А что первое это было? Что? Переоденет. Ну, это же другой все-таки вариант. Угу. То есть ты можешь сам первый переоденет? Да, я надеюсь, что его она не напишет. Нус. Ну? Ну. Сейчас нет вариантов у меня. Элиночка, давай. Пропустить ход, хороший вариант. Переоденет. Переоденет. Давай первый вариант, а? Кто чем? А что первое тогда? Так, давай, смотри, у тебя порвался что чулок. Что сделает девушка, обнаружив на чулке дырку? Снимет просто. Расстроится. Вот, скорее всего. Давай. Ну, кстати, может быть. Это женщина. Так мы выходим, она сказала какую-то фигню. Расстроится. Что сделает, да? Да, да. Заплачет, кстати. Но это должны были как синоним. Знаете, сейчас пускай не... Снимет. Ну, переоденет, может, они не понимают. Ну, снимет, кстати, да, может быть. Где-то на такой поверхности лежит, что... Ничего. Давай. Снять. Снимет. Да, снимет. Давай. Первый вариант мы не можем. Да! Снимет чулки. Ну, мы выиграли же. Да, мы молодцы. Соточку. Хотя... А, да, у нас было... Соточку. Уже как минимум купит... А, нет, у нас одинаково. Сейчас тогда мы ее сделаем. Здесь. Она сейчас доходит или мы? Какая бывает? Какая бывает? Пицца. Пицца. На тонком тесте, на толстом. Да нет, вкус. Маргарита. Мясная. Маргарита. Маргарита хорошо сразу. Маргарита. И что это? Пицца. Большая. Круглая. Вкусная. Круглая. Какая еще? С грибами. Я не понимаю тогда вопрос. С анчоусами. С чем? Ну, какая... Не, ну... Вегетарианская. Чё ты бред какой-то? Давай напишем с грибами. Ну, а какие варианты тоже опять не знаю. Ну, нормально, так и пойдём по продуктам. Давай с анчоусами. Пускай. Ну, пускай есть такая. С мясом. Мясная. С мясом. Ну, была вегетарианская. А, вкусная, большая, итальянская. Я понял тебя. Ясно. Тут знатоки собрались, ага. Пиццы. А, что это такое? Ну, это... Это большая, тесто круглая. Там, итальянское, все дела. Ну что ж, сейчас, кстати, самое интересное, что сейчас... 110, мало. Угу. Каких вы знаете птиц, начинающихся с буквы С? Сорока, синица, скворец, сокол, соловей. Я ну всех и чё? Знаю. Соловей? Скворец. Может? Ну да, если он вообще тут будет. Пускай она ответит какую-нибудь фигню. Ну, пожалуйста, либо самый такой. Я даже не знаю, какой. Сова, наверное, первый. Сорока. Ей. Самая неуверенная победа. Хорошо. Синица, соловей, сокол, сова. Снегирь. Я бы сова сказала, что это вообще самый популярный. Снегирь. Ну, снегирь хорошо. Снегирь, ну что ж, друзья, такой вот второй летсплей по «Сток одному». Надеюсь, вам тоже понравилось. Нам понравилось. Вот мне понравилось вообще как никогда. И мы выиграли. И нам цветочки подарили. Поздравляем. Это, видимо, за чулки, чтобы мы не расстраивались. Итак, спасибо, друзья, за внимание и всего доброго. До следующих летсплеев по... Что? Ка. Правильно?